как-то все это в одну кучу, какой-то винегрет получается. Я не знаю, ну какой. Закон есть закон, его надо соблюдать. Об этом говорено, переговорено. Что мы ищем здесь, какой-то политический подтекст. Есть огромное количество там оппозиционных деятелей, которые как работают, так и работают. Ну, хотя все время пинают, конечно, власть, но это их, как говорится, стезя.